Всем привет, друзья! С вами Корвит. Мы находимся в игрушке под названием First Feodal. Это строитель поселения, то есть похоже на RimWorld. Будем с вами играть за рыцарей. Вот, будем строить свой какой-то замок, свое какое-то королевство, развиваться, буквально подниматься с нуля, также выживать. Ну, как я понял, ребят, по видео, по скриншотам, игра довольно интересная и очень, на самом деле, напоминает Римку. Поэтому будем с вами сейчас все это дело тестить. Это первый взгляд, я в игру не играл, поэтому давайте пробовать. Так, имя династии, да, у нас... Корвит Шоу будет, да? Так, здесь я думаю, что все оставлю, ребят, ничего трогать не буду. Ну и погнали. Так, это, насколько я понимаю, мы. Отлично. Так, у нас есть задание. Построить площадь, открыть подсказку по управлению. Так, ну вот у нас, походу, управление, да? Ну ладно, давайте продолжим. Так, и построить площадь, да? Где у нас? Видимо, вот здесь вот где-то. Вот я вижу. Где я могу ее поставить? Где было бы выгодно ее поставить, ребят? Это какие-то, наверное, кустики или деревья, да? А это, видимо, камень какой-то. Так, ну давайте, может, где-то... Вот, вот там вот давайте сделаем где-нибудь. Где-нибудь вот здесь. Тут, в принципе, и... А, подождите, это край карты, да? Не, на краю карты я, наверное, лучше не буду делать. Давайте вот здесь вот сделаем. Вот тут, мне кажется, отличное, прям идеальное будет место. Вон где-то здесь. Вот так вот. Делаем площадь, и к нам приходит какой-то чувак. Чувак с повозкой, да? Что за повозка? Ага, на Е мы можем выбирать, да? Похоже на склад, ребят. Это как будто какой-то маленький склад у нас, да? Такой, типа, на первое время. Так, вот у нас есть ребята. Как на них нажать? А, тоже на Е, да? Так, обмен, экипировка. Какие-то лохмотья, да? Так, профессия. Лесоруб. И что ты будешь делать? А, пошел сразу, получается, рубить дерево, да? И тебя, наверное, тоже тогда давай сделаем лесорубом. Так, они почему-то подходят сюда. А, они, по-моему, брали здесь топоры тут были какие-то, да? Так, хорошо. Что дальше делать, ребят? А, так, на G, да? Вон, здесь у нас миссия. Миссия. Медный меч. Получить награду. Ух ты, отлично. А, назначить крестьянам любую профессию. Я уже назначил. Ага, все. Получить. А, постройте столярный верстак и произведите доски. Вот так вот. Так, хорошо. Столярный верстак. Кухня. А, вот, столярный верстак. Давайте сделаем. Как его можно развернуть? А, на какую кнопочку, ребят, здесь разворачиваются предметы? На R. Все, да, понятно, логично. Все как и всегда. Давайте где-нибудь вот здесь вот его тогда запилим. Так, и как мне его построить? То есть, что мне надо для того, чтобы его построить? Приоритет 2 почему-то написано. Вот, если мы на X и Z, мы можем менять, получается, приоритет, да? Поставим приоритет 1. Так, а есть у меня дерево? Нет, дерева у меня нету. Так, у меня сейчас в руках, получается, какая-то бита, да? Давайте, наверное, возьмем лучше в руки меч. Ага, вот так вот можно... перещелкивать, получается. А это что у меня такое? Топор. Топор и меч у меня, ребят. Так, ну вот я вижу, дерево здесь валяется. Вот тут тоже дерево валяется. А как интересно к нам будут приходить... Че ты на меня смотришь? А че он смотрит на меня? Тинц, тинц. Я тоже могу, если что, это делать. А где дерево? Почему оно не падает? Ага, вон. Вижу, падает. Так, собираем дерево. Чё он смотрит на меня? Чё ты смотришь? А, вот, подождите, вот есть какое-то одно. А у тебя есть дерево? И у тебя есть дерево? А, я понял. То есть они как бы на склад, получается, наверное, относят, когда забивается, скорее всего, у них экипировка. Ну, то есть лут, короче, когда у них забивается полностью, скорее всего, только после этого они относят на склад. А так, если, допустим, тебе что-то надо, то надо... Ух ты! У нас появился новый чувак. Так, а если мы, допустим, это все скинем вот сюда? Это что у меня такое? Шерсть. Давайте тоже скинем. Это что такое? Шкура. Тоже давайте все это поскидываем. Вот. Да и биту, наверное, я думаю, тоже скинем. Так, подходим к чуваку и назначаем его...
строителем. Вот, и он пошел что-то делать. Так, он пошел. Отлично, он пошел сам строить. Все, я понял. То есть надо, получается, просто скидывать все ресурсы в склад, да? Если ресурсы на складе есть, то тогда уже все будет чики-пыки. Так, произведите доски. Доски вот у нас есть. А сколько мне их сделать? Ну, давайте, я не знаю, 10 сделаем, да? 9. Недостаточно ресурсов. Окей, давайте пройдемся тогда по этим чувакам, которые опять стоят, спят, ни хрена не делают. И заберем у них доски, которые они нарубили. У них, в принципе, довольно много. Забираем. Ой, ты куда побежал? А, он, я так понимаю, да, он, я так понимаю, скинул здесь, короче, дерево. Так, ну, хорошо, вот я скинул, получается, дерево, да? Сделать. Нет, не получается, да? А если так, 5? Тоже, 5 тоже не получается, 5 досок сделать. 4. 4 тоже не получается. А, может, потому что у меня нету ресурсов, типа, с собой. Хорошо, а как мне, допустим, сделать, чтобы вот этот чувак, допустим, ходил и делал... А, вот, есть ремесленник. Так, он пошел, так понимаю, взял доски, да? Или что? Обмен, подождите, обмен. Вот он что-то пошел делать. Он пошел делать доски, видимо. Задача выполнена. Ага. Давай так, 5. 5 давай. Сделаешь 5? Походу делает, да? А ну-ка, сейчас глянем. Да, 5 досок делает. Оп, пожалуйста тебе. И теперь ты их принес сюда, да? 10 досок. У тебя же нету, да, больше досок? Нету, а здесь? И здесь тоже нету, да, видимо, вот так вот. То есть раз, как бы, мы с вами сделали доски, прикольно. Так, получить награду. 100 очков, 100 очков науки, деревообработка. Так, у нас два сразу появилось с вами задание. Изучить любую науку. И кухня. Добыть 10 камней, построить кухню. Хорошо. Так, подождите, добыть 10 камней. По-моему, там было что-то... Нет, подождите. А как добывать камни? Вот типа здесь... А, подождите, у меня топор. Стоять, у меня топор. Вот так, берем тогда кирку. Шмяк. А он что-то как-то не добывает здесь. Подождите, может быть... может быть, там какое-то здание нужно построить. Так, деревянный стул, спальный мешок, каменоломня. А, подождите, каменоломня, вот. Строить возле скал при помощи тупого инструмента вам или шахтерам доступна добыча камня, вот. Так, на R, подождите, вот так вот разворачиваем. А нет, вот так вот все-таки это делается. То есть вот так вот. И все, и нам нужен строитель. Так, братюня, у тебя почему... Или это у меня? Это у меня, все, я понял. Так, кирку мы скидываем тогда сюда. Тихо, подожди. Вот, вот так, все. Братюня, давай-ка ты будешь у нас строителем, да? Построй, пожалуйста, вот эту шляпу. Нам надо 20, кстати, 20 досок нам надо аж. Целых 20 досок нам нужно. Где мое дерево, блин? Чуваки! А чё у них так мало дерева? Куда делся этот? Блин, я не могу здесь пройти. Мне чё-то возьми мешают деревья. Я не могу здесь ходить. Подождите, негде спать, да? Написано, что негде спать. Но по миссии у меня... То есть, никакой миссии у меня не было сделать, допустим, кровать. Ну, я думаю, что, наверное, всё-таки её сделать стоит. Ой, на М что-то у нас тут. Случайно нажал на М. Появилась какая-то непонятная фигня. Давайте сделаем, ребят, кровати. То есть, если нашим людям негде спать, то это как бы плохо, да? То есть, нам надо сделать, чтобы людям было где спать. Я, насколько понимаю, могу сделать сейчас только пока одну всего лишь кровать. И пойдем добывать, наверное, дерево. Стаминка заканчивается довольно быстро. У меня есть еще два показателя какие-то внизу, да? Фиолетовый и желтый. И они тоже на самом деле уменьшаются. Я не знаю, что они делают. Давайте, наверное, посмотрим на все это дело. Что делают у меня бодрость и сытость? Недостаточно ресурсов, негде спать, негде спать. Так, ну кровать есть, да? А, ну все, я понял. То есть бодрость
Сытость — это, видимо, еда, которая у меня вот здесь вот лежит. Вот, есть какое-то мясо у меня. Как мне его скушать? Вот, я его скушал, у меня что-то там немножко прибавилось, да? Вот, да. А, видимо, надо что-то делать с животными, да? Дерево, конечно, добывается очень долго. Ну, возможно, ребят, здесь в этом-то весь и прикол, что как бы надо все здесь добывать долго. То есть это как бы такая игра, не быстрая, так скажем, да? Так, у этого чувака тоже дерево заберем. Так, у этого тоже есть два дерева, тоже забираем. Так, братюнь, у тебя что-то есть? У тебя ничего нету, да? Ну давай, подождите, у меня дерева много. То есть все, что касается дерева, тут как бы вообще без проблем. Давайте сделаем тогда доски 20 штук. Что такое? Я понял тебя. Доски 20 штук давайте сделаем. Подождите, не хватает ресурсов. Он сам должен идти их делать. Я, получается, выставил типа 20 штук. Он должен идти их делать сам. Строитель, подождите. Вот так вот, ремесленник, все. Вот теперь он пойдет сам делать. А мы давайте пойдем попробуем зарубить одну овечку. Вот эту вот. Хача, хача, хача. Так вот убили. И что у нас тут выпало из нее? Вот, мясо есть, смотрите. Кожа, да? Останки. Вот, из этого мы можем с вами сделать, кстати, еще получается кровать. А деревья даже растут у нас. Офигеть, ребят. Офигеть, рывок. Рывок. Так, подождите, это что у нас такое? Здесь какие-то цветы, да? Я вижу, вот здесь есть тыква. Возможно, потом в будущем придется делать какие-то еще... Так, подождите, каменоломня, она там делается или нет вообще? Каменоломня. Куда делся... Он спать пошел. Все, я понял. Он спать пошел. Хорошо. Так, это тогда мы выкидываем обратно на склад. Мясо у нас, но оно типа сырое, да? То есть нам нужна кухня. А кухню мы сделаем, когда добудем 10 камня. Так, ну, давайте, может быть, я сам как-то тут смогу все это дело сделать, да? Допустим, вот так вот 9 раз. И мне нужен молоток. Вот, я могу сам это все, если что, делать. То есть, если мои ребята чем-то заняты, да, допустим, их нету, я могу, в принципе, как бы все это делать сам. Слушайте, ну, мне нравится. Игра довольно интересна и довольно... Вот здесь вот уже слышно, что что-то он добывает. Ага, вот и камушек, пожалуйста, да? Ну, тоже как бы довольно долго все это дело делается. А кирки у меня больше нету, да? То есть он не сможет, насколько я... сможет. Смотрите, он может добывать камень битой? Да. Я тоже тут буду, братюнь, с тобой добывать камушек. Мне надо, кстати, поспать пойти. Возможно, поэтому у меня так быстро заканчивается стаминка. Давайте, ребят, наверное, найдем еще какую-нибудь живность. Завалим ее. И сделаем еще хотя бы одну кровать. Так, вон там вижу корову. Я не знаю, с коров мне выпадет. Ага, вон вижу овечек. Давайте. Овечек, вон там какой-то барашек еще есть. Давайте их завалим. Там у них будет и мясо. Опача, опача. Так, что тут у тебя? Жалко, нет кнопочки, знаете, типа взять все. Хотя, может быть, такая кнопочка есть. Хача, 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 хача. Оп! Да бей же ты его. У меня закончилась стаминка. Вот так. Блин, еще один удар надо. Да, персонаж явно хочет спать. Так. Вот все, давайте вот это мы собираем. Ага, все, места нету, да? Окей, давай пойдем тогда обратно. Всю эту тему скинем. Подождите, а у нас есть в игре пауза? По-моему, паузы в игре нету, да? Ну, ладно. Так, чё стоим? Кого ждем? Так, подождите, давайте теперь сделаем, замутим теперь еще одну кроватку. Так, даже, наверное, возможно... Ага, 10 надо вот этого, да? То есть 10 надо... 10 шкуры нам надо, да? Ну, шкура вроде бы... А, нет, 10 и нету. Ладно, это все мы скидываем сюда. Мясо тоже мы скидываем сюда. Вижу здесь... Нет, подождите, это я не здесь вижу.
Новый крестьянин прибыл. Ух ты, отлично, наконец-таки. Тогда, смотрите, у нас будет один тогда добывать дерево, один будет добывать, наверное, камень, один будет строителем, один будет ремесленником. То есть вот так вот у меня, скорее всего, все это будет. Строитель, вот, ты у меня будешь ремесленником тогда. Так, сейчас, ребят, извиняюсь. Так, ты у меня будешь тогда строителем, ты у меня будешь ремесленником, обмен. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Подождите, подождите, подождите. Тут по дереву и по доскам вроде как все отлично, да? Давайте только единственное, сделаем еще, наверное, немного досок. Ну, так вот, 10, да, наверное, пускай делают. Так, кровать сделали, да? Надо пойти забрать. Вон там вот еще были ресурсы. Так, а музыка какая-то началась странная. Музыкальное сопровождение в игре. Ну, как бы музыка играет прикольно, но, по-моему, она вообще не в тему. То есть, как-то вот она, по-моему, ни о чем здесь. Так, давайте соберем здесь лутецкий. Давайте еще, наверное, пару барашков убьем. Эть-чак-о-чак-о-чак. Ай, блин, мне же спать надо было идти. Мне же надо было спать идти. Так, подождите, я хотел лечь поспать. Да, у меня персонаж жутко сонный, видимо... Проблема связана, то есть из-за того, что у него так быстро заканчивается стаминка, скорее всего, проблема связана с тем, что персонаж хочет спать. Ну, хотя, может быть, это и не так. Ну, сейчас посмотрим. Давай, возвращайся, братюня, возвращайся давай домой. Так, надо поспать, надо явно поспать. Так, бодрость у нас копится, но копится очень и очень и очень медленно. Очень и очень и очень медленно копится у нас бодрость. Так, здесь у нас доски. Так, что у нас по доскам, ребят? Подождите, по доскам все отлично. И по камню тоже все отлично, да? Тогда, значит, нам надо строить уже с вами кухню. А, вот она у нас кухня. Так, я ее, наверное, поставлю где-нибудь вот здесь. Вот так вот я поставлю кухню. Посмотрим, будут ли они сами ее строить. Ну, вроде как да. Этот у нас таскает, получается, дерево. Подождите, а что он... Лесоруб, все правильно. А, у него нету топора? А как-то так-то? А как так-то у него нету топора? Нет подходящего инструмента, блин. Братюня. Так, у меня есть вот эта штука, рецепты, да? Я могу делать, получается, мясо. То есть могу делать стейки. У меня есть мясо, я могу, получается, мутить вот эти вот стейки. Так, их делает, получается, у нас ремесленник, да? Отлично, то есть нам отдельно повар не нужен. Это хорошо, это радует на самом деле. Так, персонаж спит, и что-то спит как-то очень долго. Ну, хотя тут, в принципе, можно перематывать время, так что... Так, изучить любую науку, добыть тыкву, сделать мясное рагу. Так, давайте попробуем что-то с наукой. Текущий прогресс можно посмотреть на соответствующей вкладке на клавишей H. Ага, вот, вижу. Деревообработка у нас идет, да? После того, как она закончится, я смогу, видимо, изучить что-то другое, да? Экипировка вот есть еще, да? И продовольствие есть еще. Отлично. Ну, я, видимо, ничего пока изучить, ребят, не могу. То есть мне надо, видимо, как-то ждать еще. Так, вон вижу, чувак где-то достал, видимо, топор. 89 бодрости, 15 сытости, да? Ну, сейчас, я думаю, все это дело накопим. Так, ладненько, погнали. Все, встаем, идем сюда. Давайте, наверное, это все здесь выкладывать. Вот это вот все мне здесь не нужно. Что вот это такое? Тыквенные семена у меня есть. Ух ты, здорово. Это значит, я могу посадить тыкву, да? А как мне ее посадить? Как мне ее посадить-то? Так, подождите, 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 ребят. Давайте производство еще посмотрим. Есть верстак для инструментов, верстак для легкой брони, верстак для оружия, да? Здесь у нас кровать, деревянный сундук, вот. Хранение предметов. Вот, вот это вот мне нужно. Почему я не могу вот здесь вот на площади ничего строить? Я могу только строить почему-то все на траве. Ладно, давайте сделаем, ребят, вот так вот деревянный сундук.
Воткнем его сюда. И, наверное, я думаю, еще один лучше всего сделать будет деревянный сундук. На всякий случай, пускай их здесь будет два. Вот таким вот образом. Так, далее, что у нас еще? Шахта у нас стоит. В шахте я не вижу, чтобы кто-то работал. Кстати, да, почему у меня нету шахтера? Так, ну, во-первых, мы перейдем вот сюда. Я скину кирку, может быть, потому что кирки, типа, нету у шахтера, поэтому он тут и не работает. Так, подождите, вот так вот мы нажимаем, вот так вот мы скидываем сюда кирку. Чувак идет, берет кирку и пошел добывать камень. Все, здорово. Так, мне надо покушать. То есть, моему персонажу именно надо покушать. Мы вот так вот кушаем. Все, и теперь давайте смотреть, что у нас там дальше по миссии было. Изучить любую науку, это я пока сделать не могу. Добыть тыкву. Вон, вижу, есть тыква. Чем она добывается? Каменный серп. Так, каменные вилы. Я не знаю, давайте серп тогда попробуем взять. Так, серп попробуем взять. И пойдем тогда вот эту вот тыкву попробуем ее добыть. Ага, вот, да. Точняк, то есть вот так вот, в принципе, давайте, у нас тыковка. Тыковку мы добыли. Теперь относим ее обратно. Скидываем ее вот сюда. 5 штук у нас есть, 5 тыковок. Далее. Сделать мясное рагу. Так, оно делается у нас, получается, здесь, да? Мясное рагу, вот. Делается из сырого мяса и тыквы. 5 штук я, получается, могу сделать. Вот, без проблем, да? И давайте сделаем еще, наверное, мясо. Ой, подождите, а мяса у меня, наверное, нету, да? Поэтому оно у нас и не делается здесь. Да, у нас все мясо пожарили. Ладно, ладненько, тогда что мы делаем? Тогда, ребят, давайте мы все это дело скидываем. Вот так вот серп мы уберем. Я думаю, я его скину сюда. Пускай лежит, да? И мы с мечом такие, ха-ча, подождите. 7 досок. У меня досок, что ли, нет? Давайте сделаем 20 досок. И побежали. Ха-ча! Где? Вон, вижу. Вон там вижу какая-то живность. Дичь какая-то пасется. Интересно, когда на меня будут нападать. И будет ли вообще кто-то? Не, ну я думаю, что 100% кто-то будет на меня нападать. Но когда? Это вопрос. Хача. Да нет, кстати, стаминка, по-моему, тратится точно так же. То есть, по-моему, без разницы. Так, это мы все забираем. Хача. 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 Вот так. Так. Подождите, вот здесь. Мне надо просто сделать еще немножко кровати, поэтому давайте вот этих вот живности немножко поубиваем. Вот, все, теперь давайте вернемся обратно, сделаем еще одну кровать. У нас будет уже 3 с вами кроватки. Так. Мне не нравится, что вот здесь вот дерево, я, блин, не могу сквозь него проходить. А нет, вот здесь вот могу. Здесь вот получается проходить сквозь него. Так, это все выкладываем. Это все выкладываем. Мясо у меня есть. То есть теперь я, в принципе, могу сделать, наверное, это рагу. Тыквенное, да, которое. Вот так вот. Мясное рагу давай сначала делай, а потом уже все остальное. Мясное рагу делается, да? Или нет? Подождите. Делает? Нет. Давай тогда отменить вот это. Давай делай, пожалуйста, мне мясное рагу. Так, ну, он что-то делает. Так, и понес туда. Куда? Сюда, да? Ага, все, да? Не понял. Мясное рагу. Ага, все, теперь понял. Он не то, получается, делал. Давайте мы тогда с вами сами сделаем. Мясное рагу 5 штук, да? Вот так, 5. Так. Сделать. А, я, наверное, не могу это делать сам, да? Наверное, да. То есть мне, видимо... Я понял, хорошо. Сам я, скорее всего, готовить еду не могу. Так, мясное рагу. А, вареная тыква мне нужна. Подождите, вот, вареная тыква мне нужна 5 штук. А потом, только после этого, я могу сделать мясное рагу.
Вот. Сырое мясо и вареная тыква. Вот. После этого только я смогу сделать. Хорошо. Так, давайте еще раз чекнем, что у меня здесь по миссии. Мясное рагу, наука, да? Вот этот чувак у нас, по-моему, строитель, да? Да. Подождите, у нас один чувак... А, вот он спит, да? Вот это у нас получается шахтер, да? Да. А есть фермер еще. Выращивает и собирает растения. А если мы сделаем вот этого чувака, допустим, фермером, что он будет делать? Интересно посмотреть. Вот он куда-то пошел. Ага, вот. Что-то он тут собрал, видимо, да? Ну, окей. Так, давайте, у меня есть семена тыквы, мы их здесь скинем. И, наверное, ребят, сделаем кровать еще одну. Вот, то есть как-то вот здесь вот, наверное, сделаем еще одну кроватку. Так, я думаю, что я сам ее смогу построить. А, здесь вот это вот все соберем. Вот так, да? Что такое? На нас напали. Кто? Где? На нас напали. Вон вижу, вонючий... Бежит, бежит гад вонючка к нам. С чем это он? У него лук, что ли? Или что это у него? Не пойму. Да, у него лук. Вот так. Все. Убил. Отлично. Ух ты, у него какая-то стеганая куртка. У него стрелы, у него лук есть. О, офигеть, ребята, живем. Так, у него еще такой кусочек дерева какой-то, видимо, выпал. А почему мои ребята никак не оборонялись? Может быть, надо было что-то для этого сделать? То есть, надо было прожать какую-то кнопку для того, чтобы они начали обороняться? Скорее всего. Давайте сделаем третью кровать. Вот так вот. Все, отлично. Так, и теперь... Теперь что мы будем делать? Теперь давайте все это уберем. А, давайте, наверное... Вот так вот заменим. Ух ты, какой ты крутой теперь. Смотрите, у него теперь стеганая крутая куртка, да? Мощно. Так, лук мы оставим, наверное, где-нибудь здесь. Вот здесь оставим лук со стрелами. Вот таким вот образом. Фух, ну что я могу сказать, ребят? По первому взгляду, по первым эмоциям, игра обалденная. Меня безумно тянет в нее поиграть, поэтому я думаю, что проведу в ней еще не один час. Если вам понравилось, тоже ставьте лайк, обязательно подписывайтесь. Пишите в комментариях, что хотите продолжения. Я бы такой, что с большим удовольствием бы поиграть, да. Но, опять же, если у вас не будет просмотров, не будет лайков, то смысл мне в нее играть на запись, буду играть сам. Вот, поэтому. И также пишите, если, ребят, вы знаете что-то, чего не знаю я, допустим, что-то по поводу науки, да, может, есть какая-то определенная тактика тут, как нужно правильно развиваться. Может быть, какая-то тактика по поводу животных, может быть, их как-то можно... брать там к себе в трайб, да. А может, есть какая-то тактика при нападении, да, вот опять же, то, что я не знаю, возможно, есть какая-то кнопка, на которую можно нажать, и все сразу такие опа, и начинают, короче, биться. Вот, возможно, такое есть. В общем, лайки, ребят, подписывайтесь. С вами был Корвет, всем удачи, всем пока-пока.